Ребята, всем привет! Сегодня вот записываю новое видео. Наконец-таки в рейс. Наконец-таки я еду снова в рейс. Уже на погрузке в городе Копейске. Вот грузят мою машинку. Сейчас ее загрузят и будет... И поедем в город снова Ижевск. Тут ветер немного. Вот. Поедем снова в город Ижевск. И как в прошлый раз это было видео, грузили меня мешки какие-то. Мешки 12 палет, 5 тонн вот этот груз. Сегодня понедельник. 3 или 4 июня. Июля, ошибаюсь. Вот, так что сейчас загрузят быстренько эти палеты и полетим в город Ижевск. Все, смотрите дальше. Видео, надеюсь, будет интересным. Так, ребята, вот я вернулся из дома, собрал себе чемодан. И сейчас будем мы распаковывать все эти вещи по своим местам. Так, напомню, вот наклеечки. Вот они, раз наклеечка и два наклеечка. Вот такие вот чудные наклейки кому-то, видимо, достанутся. Так что, ребята, кому надо, напишите мне в личку еще раз. Но это я выберу. Так, что это у нас? Это у нас сумочка сейчас пойдет вот сюда. Ну, свое местечко, как обычно. Так, это я даже купальные трусы взял. На случай, если я буду там долго где-то возле водоема. Так, наклеечки мы аккуратненько сейчас вот туда уберем, чтобы они у нас не помялись. Так, нет, лучше вон туда. Все, они у нас там выполнятся. Так, пакеты пустые. Так, плавки. Да плавки я, наверное, уберу в сумку. Так, сумку. Беру в зал. Здесь я взял вещи, полотенце. Так, и скорее всего буду в душ заезжать. Так, дезодорант самое главное. Так. Бардак, конечно, маленький, но... Так, дезик. Ну, да и на место такие вещи вот. Только нет уже этих видов мест, да. Ладно, будет так. Так, что еще есть? Так, планшет, который без денег, на который я никак не могу денег положить. В принципе, да и все, я сейчас, как обычно, это делаю. Потом я уже, сначала я вот сюда вот так вот все положу. Вот ему сумочку, так будет лежать. Так, это еда, любимая мне, дала с собой. Я ее вон туда тогда. Так, все. Пакет. Пустой пакет под мусор надо. Обязательно, у меня тут что-то кончился. Так, все, выкидываем. Его, как обычно, вот на это место. Вот. Вот, ребята, вот это было его место. Так, а я, в принципе, все. А, телефон хотел на зарядку поставить. Ладно, позже поеду, позже поставлю. Ну все, запуск. Торжественный запуск. И едем. Едем сначала на заправочку, мою любимую. А потом поедем уже... Не знаю, сегодня, наверное, доеду до Катю, проеду, как обычно. И где-нибудь на стояночке парканусь. До завтра посплю. До утра. А завтра уже целый день буду ехать и показывать. Сегодня, наверное... что-нибудь такое, не знаю, что получится заснять. Качество плохое съемки, поэтому неинтересно снимать. Не плохое будет качество, ребята, и вам будет плохо это видно, поэтому... Ладно, разберемся, погнали! Все, ребят, заправился на заправочке, залил 200 литров, цена 6100, по 30-50 заправочка. Все, вылетаем на дорогу.
и гоним. Гоним на Ижевск. Темно, сейчас ничего не видно будет, поэтому снимать, наверное, ничего, как обычно, не удастся с этими ночными выездами. Время уже 3 часа ночи, ребят. Припарковался я на том же месте, как обычно, я паркуюсь в сторону Перми. Ну как обычно, я просто до этого места доезжаю, а как-то и хочется спать, поэтому вот встал там, обычно вон там вот вставал. Сейчас покажу. Вот там, где шиномонтажка, где автостекла обычно вставал. Но там сейчас машин много, что-то наставало. И я здесь вот так вот, короче, за киргизом каким-то встал. Сейчас быстренько диванчик расправляю, все, и спатенький время, потому что уже 3 часа. И, блин, я чертовски хочу спать. Ребята, снова привет. Сегодня 25 июля, и наконец-таки утро, я выспался как следует. Хотя, в принципе, ну время 9:30 где-то утра. Я еще здесь типа на стояночке. Немножечко машины, конечно, разъехались. Сейчас проснулся. Поставил чайник, чайник уже вскипел. Сейчас быстренько надо подкрепиться, попить чай, и дальше поеду в путь. Так что все очень-очень в таком нерасслабленном режиме. Итак, ребят, все, немножечко позавтракав, я выдвигаюсь в путь. Проехал, ребят, город Пермь. Сейчас так, здесь стояночка какая-то и кафе. Остановился в кафе. Время уже 3 часа доходит. Надо пообедать как следует. На улице погода мерзкая. Дождик идет. Ну да хрен с ним. Не знаю, вот. Не знаю, вот кафе. Вот такая вот кафе. А, еще что-то здесь есть, там что-то, здесь что-то. Короче, сейчас пойду смотреть, искать, буду обедать. Пообедал, ребята, я в кафе. Ну, такая кафе пойдет, не буду, конечно, я ее не рекламирую, ни в коем случае. Обычное кафе такая, ну так себе, если честно, кормят. Но пойдет за 230 рублей, это первое, второе, и чай было. Да, пойдет. Главное, что я наелся, это самое главное. Сейчас вот опять выехал за Пермь, тут небольшая такая пробочка идет. Вот. Ну и я нормально в этой пробочке вписываюсь. Так что едем дальше. Да, Ижевска чуть меньше 300 километров. К вечеру обещаюсь быть. Время 3:30. Где-то, ну да, полчаса где-то я обедал.
Только, ребята, Пермь проехал, впереди какая-то, не знаю, ремонт дороги, плюс еще авария. Стою, наверное, уже... Сколько я стою? Да с полчаса где-то я уже стою. И, не знаю, вот ребята по рации говорят, впереди там легковушку догнала фура, фуру догнала еще какая-то фура, короче. Сейчас поеду, поснимаю, засниму вам, ребята. Это жесть, наверное, какая-нибудь. Опять там смяли кого-нибудь. Ну, сейчас все увидите. В общем, короче, ребят, пробка была большая. Стоял я в ней где-то часа полтора. Аварии, видимо, аварию растащили. Я так никого и не увидел, ничего не увидел и не показал вам. Ну, да и бог с ним. На такие аварии смотреть жуткие тоже не хочется. Вот. Поэтому... Движение идет медленно, но я двигаюсь практически. Так что будем ехать дальше, ребята. Вперед. Ну вот, ребята, наконец, город Ижевск. Вот это Стелла. Или пост, как-то по-другому это называется. Погода здесь меняется, то солнце, то дождь, то солнце, то дождь, то холодно, то жарко. Москва, 1200, Казань, 417, Ижевск, 17. Он правильно сказал. Так, тормозим. Тормозим, депосы скоро. 70 проехали. Здесь вообще 50. Так, нам прямо надо. Немножечко, ребят, города, как обычно, потому что еще день и можно еще что-нибудь снять по городу. Время. Кстати, автоматически я оказался на час раньше, чем наше время. Здесь получается время не уральское, а на час раньше. Московское на 2 часа, а ижевское на час. Ну, как самарское. Такой же часовой пояс. Все получается. Что, время... Сколько сейчас местного? 8 часов доходит. Без 15:08 и все уже потихонечку, все с работы. Пробок нету, меня это радует. Так, небольшое скопление и не более того. Ехать мне 11 километров по городу. Другого пути я не знаю. Вот опять эти же улицы, как в прошлый раз я ездил, посмотрел это видео. Ну, в общем, как-то так, едем по городу. Опять эти узкие улочки, вернее, полосы узкие. Да, ребят, у нас только у нас в России так делают, чтобы добавить полосу, они сужают все остальные, но не расширяют дороги.
Ну все, ребята, я приехал на место. Это кирпичный завод, вот. Если видно. Ну, короче, вот здание вот этого кирпичного завода. Я здесь уже был. Когда я был в прошлом месяце, где-то тоже в этих же числах я был. Почти месяц назад я здесь был. Тот же самый груз привез, это мешки. Вот, и завтра с утра выгружаюсь по-быстренькому так. Вроде бы что-то нашли загрузку, но что неизвестно. Все будет известно только завтра. Поэтому надеюсь, чтобы меня завтра быстро выгрузили. И я отсюда по-быстренькому смотался уже дальше в дорогу дальнюю. Ну и все. Остается, купил, короче, покушать в этом Магнит, заезжал по дороге, и сейчас приготовлю себе покушать, отварю, что я там, картошку с сосисками взял, салат еще взял, в общем, голодный капец сейчас буду, быстренько сготовлю, поем и на боковую спать. Тут передо мной тоже вот Фурик стоит, тоже он будет ночевать. И я вместе с ним, короче, стоим, ночуем до завтра. Так что все, ребят, завтра увидимся. Ну, вам уже сегодня, уже сейчас, а мне завтра. Ребята, всем привет. Я по Ижевске еду по заводу. Капец, тут грязище, кирпичный завод. Уже цепанулся задницей, где запаска, это у меня на въезде. Там ямище такая была. Сейчас вот не знаю, надо... В прошлый раз я созванивался, контактное лицо было, сейчас его нету. Вот. Ну, думаю, сейчас найду кладовщика. Я первый с утреца вот заскочил. Время только начало 9:00. Дорожка капец. Вот они, ребята, выгрузка моя. Политики. Чуть-чуть я сниму. Дайте. Полейте. Осталось 3 палета. Вот такой, ребята, завод. Один палет остался, уже довыгружаю сейчас. Вот. И все. Печать поставлю и на загрузочку поеду. Так что так вот, ребята, быстренько меня сегодня выгружают, не как в прошлый раз. Ну все, ребята, выгрузили меня очень быстро, все отлично, все хорошо. На этом первая часть видео заканчивается. Спасибо, кто смотрел это видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И увидимся. Всем спасибо за просмотр. Пока.